Поэтому всем советую сделать то же самое, остановиться на дороге, посигналить аварийку, знак протеста, постоять всего лишь час. Я думаю, что таким образом мы привлечем внимание нашего правительства, бездельников, бездарных управленцев, что надо бы вернуть цены на топливо хотя бы такие, которые были неделю назад. Это акция протеста, вернее не акция, это протест. Протест людей против повышения цен на топливо. Люди должны понимать, что повышение на топливо влечет за собой и повышение на все товары цен. На хлеб, на продукты, на молоко, на лекарства, на проезд, на услуги. Скоро, думаю, перевозчики будут требовать повышения цен на проезд, потому что, как они говорят, они и так работают в ноль. А сейчас еще при повышении цен, я думаю, они будут работать в минус. Либо они не будут выходить на линии, и люди не смогут ехать, либо поднимут цены, и люди опять залезут людям в карман. Ну, как бы, говорить тут нечего, все написано. И что хотелось бы сказать нашему правительству? Уважаемый Гройсман, неуважаемый Гройсман и неуважаемое правительство, залезть в карман простому украинцу не надо быть высшим образованием. Можно, любой дурак это может сделать. Вы сделаете так, чтобы цены оставались на уровне, люди могли нормально передвигаться на автомобиле. И от себя и от, наверное, громады, которая здесь собралась, люди, горожан, хочу сказать, идите в сраку с такими ценами на топливо.